Всем привет, с вами Алексис от NPC.be. В этом видео хотелось бы запустить на среднем ПК Tomb Raider 2013 года. Крутое переосмысление серии. Итак, какие же рекомендуемые системки у игры? Windows 7, скорее всего, 64 бита и выше. Просто 4-ядерный какой-то, желательно Phenom или i5. 4 гигабайта оперативки, видеокарта уровня 5870 Radeon или GTX 480 GeForce с 1 гигабайтом видеопамяти. На каком ПК я запускаю? Процессор AMD FX6300, 6-ядерный. Разогнан с 3,5 до 4,3 ГГц, 12 ГБ оперативки, файл подкачки отключил, он здесь не нужен. Так, и видеокарта Radeon HD 7870, давайте посмотрим, что за карта. Значит, вот 7870, рекомендуется 480 или 5870, вот, то есть, ну, у меня чуть лучше карта. Все, хорошо, данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр, а я давайте все отрубаю, захожу в игру. Так, значит, ну что, по настройкам графики зашел, ну, фактически Full HD разрешение будет. Так, вертикалку только отрубил, а так, ну, выбрал все наилучшее, но там, оказывается, в наилучшем не все настройки врубаются, в итоге вручную еще доврубал. Сглаживание 4 максимально поставил, тени не нормально стояли, превосходно. В общем, все, что можно, врубил, все, максимум Tomb Raider 2013, давайте захожу. Дайте еще лаунчер на всякий случай перезагружу. Захожу в игру. Так, ну что я в игре, честно говоря. Видимо, это адское сглаживание убило видеокарту. Поставила на колени HD 7870. Видеокарта 2013 года просто-таки положила и поставила на четвереньки. Видеокарта HD 7870. 20 FPS всего лишь. Ну, причем, да, проца по горло хватает, видеочип загружен на 99%, видеопамяти всего хватает, но именно видеочип. Поэтому все-таки, наверное, сброшу сглаживание, не слегонца. Это адское. Попробую FX поставлю, потому что 20 FPS это вообще не дело. Так, ну что, секунду. Так, ну что, вот, немного получше, конечно, стало. 40 плюс FPS. Круто сейчас, да, действительно стало получше. Тем более убралось немножко на высоком всегда уровне сглаживания. Появляется такая мыльность, слишком уже сглаживается картинка. На FX вообще все круто, все четко и нормально, 40 плюс FPS. Кстати, да, вот в предыдущем видео, запуск на суперслабом ПК Лара, у меня-то показало 30 FPS, но записалось слабовато. Это еще часто бывает, зависит от игры. Одни игры нормально записываются, а вторые как-то немножко тормознуто. Поэтому, смотрите, сейчас на FPS ориентируйте. У меня 30 плюс FPS, то есть сейчас здесь, даже с записью видео, сейчас запись поджирает. На самом деле, вот сейчас смотрите, сколько FPS. Хотя нет, данная ситуация не поджирает, проца полностью хватает в этой игре, норм. Но видеочип все равно прогружен на 99%, но, как видите, плюс 35 FPS есть, играть можно. Смотрите, если сейчас у вас будет как-то тормознуто видео запишется, то это только потому, что оно еще иногда от игры зависит, а так вообще норм. 36 FPS, вполне можно играть, отличный графен, все на максимуме, тени всевозможные и... Единственное сглаживание FX. А так Full HD все на максимум. Неплохо. Правда, не сказать, что игра, графен идеальный, так себе терпимо. 2013 год. Ну, там, блин, ладно, пойдет. Но видеокарту положила игра на лопатки просто. Оперативки всего лишь 2 гигабайта жрет, пока видеопамяти гигабайт. Всего лишь гигабайт. Процап просто по горло этого шестиядерного. Но видеокарта в шоке. Ладно, давайте чуть дальше пройду, секунду. Так, ну что, иду немножко дальше. Ну, конечно же, всем рекомендую поиграть в Лару 2013 года. Действительно, очень крутое изменение серии в сторону серьезности, живости, эмоциональности такой крутой. Всем советую, просто супер. Так, подъем по стенам в прыжке на... Опа, круто. Так, ну что, и по системкам запускал на супер слабом ПК. Ссылки будут у вас на экране в конце. Посмотрите, то есть игра вообще работает на слабеньких ПК, ноутах. Так, секунду. Воу-воу-воу-воу, вот это да, вот это шлепнулся. Ничего себе, я думал, ну, она подальше будет катиться. Ну да ладно, давайте. Так, здесь немножко уже, опять же, дождь. А, уже потемнело. И молнии, тени. Неплохо, конечно, все круто смотрится. Лара, опять же, вся побита, проткнута этим таким железным, железной арматурой. Еще столько на ее голову всего свалится здесь. Ладно, секунду, давайте чуть дальше. Так, нужно найти какую-то еду, какую-то пищу. Так, прошел дождь, уже такое утрецо. Много тумана, да, нагрузка хорошая. Но все равно под 40 FPS, отлично. Ух ты, круто. Живность какая-какая. Классные тени, немного объемный свет. Ну, не немного, а хорошая такая картинка, приятная.
Что здесь происходит? Сейчас обратится лук и потом охотятся на оленей всяких. Итак, значит, ну что скажу. Если хотите поиграть на максимуме, смотрите, первым делом это, конечно же, жрет сглаживание картинку, потом уже тени подубираете, потом объемный свет, и в конце, конечно, только текстуры, там, это все в конце. Самое главное, это сглаживание и тени, смотрите, и они сильно здесь жрут. В общем-то, все. Такие дела по запуску Лары на среднем ПК. Посмотреть графен, то есть всем советую, рекомендую. Супер просто игра и супер серия. Многим даже нравится больше, чем последняя Лара. Все, в общем-то, на этом пока все. С вами был Алекс. Не забывайте смотреть на ссылки в описании. В том числе вступайте в группу ВК. Там можете предлагать игры на тест, давать аккаунты и так далее. Все необходимые ссылки будут у вас сейчас на экране. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.